Ящеру дали. Пошел выход. На размен. Аслак просто казнит сейчас шведов. Минус 2 от Аслака. На что творит этот корвалольный парняга? Это что-то. Ну, остался тут Форест, который также... Тафа показывает сейчас просто. Тафа... Слушай, Аслак 1 хп, Аслак продолжает просто, извиняюсь за фразу, но он просто хорошенько нагнул сейчас шведов, посмотрел, прицелился и засадил. Вот это по-другому не назвать. Нагибатор. Просто устраивает нагибатор. Вот есть, вырубил 1-1 со Аслаком. Где? Ну что, это, если это минус 5, то... Ой-ой-ой, ждут. О, Аслак не спешит, смотри, у Фейса есть время. Ой-ой-ой, но тут 5 секунд успеет. По-моему, он вроде он на 4 стал дефить. По-моему, не успел. Дань. Успел или нет? Успел! Это вообще секунда... Сотая секунда в сотую секунду. Взорвался. А ящики, главное, взорвались. Он еще успел задефить. Это лол, друзья. Успел задефить плент или нет? Успел. 4-3. Видишь, СК впереди. 3-3 был счет. А, ну все, 4-3, успел. Все правильно. Потому что, может быть, и написала, что бомба разминирована, да. А счет, может быть... А бомба-то все равно взорвалась. Ящики-то развалились, друзья. Ну, короче, мы сейчас стали свидетелями редкого явления, могу вам сказать.